Проект Target School, запущенный Target Group, представляющий в Молдове интересы Publicis Group Moldova, продолжает воплощаться. 28 и 29 октября в рамках этого проекта прошел семинар с участием приглашенного специалиста из Франции Энн Йомен. У нас был двухдневный семинар. Мы пригласили для этого Энн, который мы уже все хорошо знаем. Этот семинар или тренинг, он проходит в рамках образовательной программы, которую мы запустили полгода назад, Target School. Вот, и вот мы продолжаем обучать, тренировать наших людей. Основная задача, безусловно, повышение квалификации. Повышение квалификации требует развития самых разных аспектов личности работника. Тематика семинара, проведенного Энн Йомен, охватила сразу некоторые из них. Это как себя вести там, в рамках аудитории, когда со стороны клиентов там двое или больше сотрудников, те, которые аудируют нас. Потом это, безусловно, body language, это как расставлять акценты, как правильно группировать и структурировать презентацию. Безусловно, это лицо, это правильная постановка и правильная подача всей этой информации перед клиентом, таким образом, чтобы в конечном итоге этот продукт был продан. На прошедшем семинаре Энн на практике продемонстрировала важность такого фактора продаж, как качество проведенной презентации продукта. Мы сегодня убедились, это то, что плохой продукт или плохая идея при хорошей презентации и хорошем человеке, ну, при профессиональном презентере можно продать, и наоборот, гениальную идею при плохой презентации можно просто завалить. Вот если в двух словах, то вот этому учились эти два дня. Два дня не прошли безрезультатно. И это неудивительно, потому что, по признанию Энн Йомен, проведенный тренинг является одним из наиболее эффективных. This workshop is one of our top four workshops. And it's all about selling in a creative way. It's all about connecting with your client. And you do that through creativity. However, there are two elements for selling. One I'm already using, which is you, the presenter, and the presentation that you make. And what I try to do over the 2 days, and this group has successfully done it, is improve their own personal presentations and make them realize that things like body language, eyes, etc. are important. But also that when they're presenting to a client, the more often that they can engage them, make it interesting, connect with them, in a world where advertising tries to do that with their target audience, the more they'll be able to sell. Because clients will buy people, but they'll also buy clear thinking and ideas that are sold in an entertaining way. Интересную манеру ведения своего тренинга показала и сама Энн. По завершению занятий особо проявившим себя участникам были вручены сюрпризы со смыслом. Чем же порадовала своих учеников Энн? Well, it's a silly thing. It's fun. You see, we believe that creativity in people survives when people aren't stressed. And the most creative you ever were was when you were a child, when people didn't put restrictions on you and boundaries. Now that we're older, we don't think we can play anymore. We don't think we can have fun anymore. And I say, in these 2 days, you're going to have fun. You're going to laugh. You're going to enjoy yourself, because then you'll learn. You'll absorb information. So the chocolates at the end is just a nice way to say, this is fun. Don't stress. Here's some silly presents. Just to make you realize I have been watching though. Тренинги наподобие проведенного Энн помогают сформировать важные навыки. Но не только эти навыки обеспечивают успех и процветание компании. Немалую роль играют и способы продвижения бизнеса. Какую роль среди них играет интернет и насколько перспективен в этом плане интернет в Молдове? Google was asked the other day, where do you see the limits of your business? And they said there are no limits. They will go everywhere, they will absorb everything. They will become not only a site where people go, they will be the means to the world. You will enter through their portal to the world to do everything. That's the future, and it's a true future. It's happening right now. The second thing you're talking about, this area, obviously internet is slowing, it's slow. It's growing slowly. TV is where it was 15, 20 years ago in other countries. Whereas other countries are losing the interest in TV and moving to the internet and online and this other world, this new media, in a big way, it's a little slower here.
it's still going to be important, but convincing your client to not use TV and to use this is not going to happen in Moldova in the short term. Проработав 25 лет в сфере маркетинга коммуникаций, какие советы может дать Энн Йоман всем тем, кто стремится развивать свой бизнес все больше и больше? Everything boils down to two things. One is just, which everybody knows, is people make this world go round. People are the most important asset of your business. They are your brand. And if you don't take care of them, if you don't invest in them, if you don't think about the impact they have on your clients, if you don't give good client service, your clients will leave you. The second thing is creativity. Creativity, delivering the next thing in the marketplace. That's where success will be. For you, for me, for business. And my last thought is this, and it's a thought for life, and it's this, because I'm a wine lover, and that is, life's too short to drink bad wine. So make sure you drink good Moldovan wine. Don't worry.